Прочитайте внимательно будущие штурмана. Почему важно все-таки держать мостик в чистоте? В первую очередь это ваше здоровье. Конечно же, да? Особенно в такое время все эти вирусы надо убивать. За этим кто должен следить? Второй помощник. Поэтому есть возможность, надо прибираться всегда на мостике. Чистоту как бы все любят, да, но не все любят делать. Но раз ваша должность таковой является, третьего помощника нету, соответственно, на ваши плечи ложится вот такая сложная работа. Было все в пыли, все в грязи, особенно когда грузовые операции идут, да, доломит, пыль летит, двери открыты, и все сюда просто за весь день, не знаю, вот такой слой грязи, пыли. Я уже как бы записку оставляю, чтобы вы уже наверняка поняли, иначе просто месяц вообще не буду ничего делать. Сразу надо на место ставить людей, раз не понимают по-хорошему, будет по-плохому. Вот так примерно выглядит порядок мастера, стол. Все должно лежать на своих местах. Все эти бумажечки, печати, принадлежности для канцелярские, да, принадлежности. Вот, все это должно быть протерто. Соответственно, все полки, которые внизу тоже. Палуба, естественно. Даже пыль вот в таких местах. Ее не должно быть. Штурманский стол тоже так же. Но тут немножко у нас скопление бумаг. Это нормально. Тут необходимо. Здесь тоже каждая кнопочка протирается. Везде. Даже вот между вот этими тоже протирается, да, где освещение у нас на палубу. Все проходим. В оконцовочке, конечно же, самый последний штрих — это протираем экраны радаров, электронных карт, чтобы все блестело, сияло. Здесь также. Единственное, снаружи осталось стекла еще пресной водой. Но это матросы уже будут делать, потому что работу за всех выполнять, тогда можно вообще, не знаю, матросов брать, получать тогда двойной охват. Все, вот такое короткое видео. Держите себя и то место, где вы работаете, в чистоте, и тогда все у вас будет very good. Хорошая работа начинается с чистоты. Всем пока.